Новая винтовка Strasser RS700 отличается от выпускаемых австрийской фирмой HMS прямоходов линейки Strasser RS14 совместимостью с заводскими и послепродажными аксессуарами для легендарной платформы Remington 700. От Remington к мимикрировавшему под иномарку австрийцу подходят все ложи под короткую затворную группу 700 Shot Action, крепления для оптики и практически любые 700-е стволы. Жертвой унификации с американской платформой стал и оригинальный USM Strasser с дискретной регулировкой усилия. Все Strasser серии RS700 комплектуются USM Timney Elite Hunter с усилием спуска 1130 граммов, который можно заменить на любой другой для 700-го рема. Вместо оригинального для нового Strasser выбран магазин Acuras International Chassis System. Strasser RS700 доступен в калибрах 308 Winchester, 6,5x47 Lapua, 6,5 PRC и 6,5 Creedmoor. Предлагаются стволы длиной 550, 600 или 660 мм с профилем 16,6, 18 и 22 мм, а также три варианта ложи – орех, пластик или алюминиевая фирмы MDT.